Всем привет! Сегодня готовила очень вкусную закуску на зиму и решила с вами поделиться. Для ее приготовления нам понадобятся баклажаны, перец болгарский, лук, морковь, чеснок, помидоры, соль, сахар, уксус, растительное масло, перец черный молотый, перец острый. Сначала подготовим баклажаны, порезала их кубиками и засыпала солью, перемешала и оставила. Лук жарю в растительном масле, затем добавляю морковь. Все это пассирую. Дальше я все это перекладываю в большую посудину. И помидоры измельчаю в блендере и выливаю к пассированному луку и моркови. Чуть-чуть они закипят, прокипят. У нас томаты мясистые, в них воды мало. И туда добавляю баклажаны. Перец острый, перец сладкий. Все перемешиваю и варю. Все подробно напишу в описании под видео. Затем добавляю соль, сахар. В конце уксус, чеснок. Добавила несколько зерен кориандра. Вот такая вот закуска получилась в итоге. Все раскладываю в стерилизованные баночки и убираю под шубу. Очень вкусно, друзья. Всем рекомендую. Приятного аппетита вам. До скорых встреч.